24 минуты. Она тоже заглохла, так что сегодня на концерт мы не едем. Я что ты предлагаешь? Здесь ее чинить? Я не знаю, что нажал, малыш, честно. Я нажала так на тормоз, что на старт. Ты можешь взять назад, я сейчас делаю, малыш. Держи. Положи его вперед, проси, не могу, как вот, знаешь, сюда, вот, положи. Что ты ругаешься? Маша, меня раздражает вот эта вся ситуация. Вся ситуация, потому что ты сегодня гладишься машину, малыш. Кому-то не садишься, ломается. На самом деле приключения у нас начинаются. Сейчас мы сели в машину моего мужа, и она у нас тоже не заводится. У нас не завелось 3 машины, так что сейчас нам придется выходить на улицу, ловить такси, ехать на спрятанном такси. А что делать? Иначе мы просто не доедем. Так, едем сегодня, у нас выступление на Бакарде, лайв. Где это находится? I don't know, честно говоря. Москву плохо знаю. Ой, боже мой. А может быть, кто-нибудь даст нам пройти? Fuck you! Когда мы с тобой вдвоем, у нас то вечно какие-то то такси, то какие-то экстрим, короче, какой-то. То мы вечно куда-то опаздываем, то мы на самолеты опаздываем, самолеты улетают без нас. То мы, в общем, короче, в Москве дикая дурацкая погода, с которой раздражает. Серые злые люди. Алло. Да. Вот, наверное, все-таки семья меняет еще многие вещи. Слушай, номера машины, не пустят же машину. Ну что, пройдем пешком? Пройдем пешком. Просто, на самом деле, семья очень меняет положение душевное, духовное. Там идти километр пешком. Ничего страшного. Да я поговорю в интервью, хватит уже пиздить по телефону. Давай, Даша, все, созвон позже. Если это действительно любовь, потому что есть просто какие-то такие, на самом деле, банальные вещи. Там молодой человек встречается с девушкой, там секс и все такое, больше нет ничего духовного. Вот. А так, тогда, конечно, тусовки обеспечены, когда рядом есть любимый человек. Вот я, например, когда родила второго ребенка, и мне как-то вообще все переменилось. Любовь, солнышко, все такое ярко-ярко. Вот я вот уже обратила внимание, происходит какой-то трэш, всегда офигительное выступление, потому что это состояние такого нервика, то есть ты вот опаздываешь, и такси, ты бежишь, вот, и вот на сцену ходишь, такой, такой сразу выдох, и когда это еще классная отдача, или когда ты просто сидишь так вот за кулисами, ждешь часа два, и выходишь, и так кажется, уже нахер ничего не надо. Я выдыхаю здесь дым, смотрите. Планируем ставить новое шоу. Скорее всего, мы улетаем, наверное, на 5 месяцев в Лос-Анджелес, как обычно. Будем ставить, мы хотим ближе к весне. У нас как раз выходит кино. Оно как раз-таки рассчитано, начиная там от 15 до 35, я думаю, где-то вот такой ближе к времени. Ну, взрослые, конечно, люди тоже могут его смотреть, но здесь вот именно идет обращение к молодежи, скажем так, то, что происходит сейчас, в настоящее время, о настоящей сейчас жизни, о тусовках, о любви, там, я не знаю, о наркотиках, о тех вещах, которые как бы должен знать каждый человек. И на самом деле здесь как бы родителям детей тоже стоит этот фильм посмотреть, потому что здесь идет как раз-таки о воспитании. Вот у меня дофига, например, моих знакомых, которые, например, много ребят, которых там богатые, скажем так, родители. И вот я вот спрашиваю, а что вы делаете? А мы ничего не делаем. Мы любим Дольче Габбану, сумасшедшие тачки, у нас там загородный дом офигенный, мы херачим, хуячим, извините, каждый день кокос там в немеренных количествах, там курим траву, понимаете, и бухаем, все. Вот интерес этих мальчиков и девочек, которым как бы все дают родители, вот так вот, хочешь машину, на, хочешь Мерседес, на, хочешь квартиру, на, у которых совершенно никаких нет ценностей, нет вообще мысли о том, что делать дальше, что стоит просто оставаться личностью, почему, потому что папа это через 10 лет помрет, просто элементарно от старости. Так же, как и мама. И просто не факт, что он все это оставит наследство. Может быть, он там на твоего брата все это оформит, а ты кем будешь? И что ты будешь делать потом? Вообще, я считаю, что человек каждый, неважно, с каких он сфер, он должен преследовать какую-то в жизни цель и идти вперед. Это как бы мое мнение. То есть у него должно быть какое-то, я не знаю, образование. Хорошо, если даже ты не хочешь учиться, значит, идти работать как бы, в свои планы, которые у тебя в голове. Как-то их стараться вот восполнить в жизнь, не просто дурака валять и просирать свое свободное время жизни, ведь она такая на самом деле короткая, она проходит моментально. Вот, например, до 18 лет она шла настолько медленно для меня, и я каждый день думала, господи, скорее бы мне 18 лет, и от меня отвяжутся мои родители, которые не будут меня заставлять сидеть писать уроки, я буду целыми днями только гулять с ребятами во дворе. Мне кажется, это мечта каждой девчонки. Когда я исполнилась 18 лет, жизнь понеслась настолько быстро, что сейчас вот, например, мне 23, и мне вот так хочется остановить вот эти 18-20 лет, чтобы они просто вот остановились. И у меня даже недели настолько быстро летят, вот вроде недавно был понедельник, сегодня уже пятница, у нас выступление. Билайф от Бакарди, наверное, нам вот сюда. Прямо. Прямо. Мы фактически, на самом деле, уже приехали. По набережной, да? Право, направо, смотри, видишь, стрелку направо? Да, шкаф, иди сюда. Да? Вот.
стороны. Сломалась моя машина, просто заглохла. Сломалась гамма машина и заглохла Мишина машина. Парвиза машина. Сейчас, Игорь, сейчас, давайте я сейчас прям буквально перенаберу вот через одну секунду. Ладно? Ужас, ужас. Ну как? Ну, красавица. Нормально. Тоже хорош. Реснички наклеила, да? Слушай, Ленка сегодня красивая. На мойк даже сходила, смотри. Пойдемте. Привет! 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 Как дела? Отлично! Привет. Даш, дай мне тушь, а то я сегодня красилась, так знаешь, в пути. Нормально, нормально, нормально. Три машины, прям три сломались. Я первый раз вижу в жизни, что Лена для концерта мне так подготовилась. Я, мне это радует, честно, это большой сдвиг. Не первый раз. А ладно, тебя умоляю. А то вышла какой-нибудь там самат. Я хочу сказать, что мы, в принципе, рады тебя видеть сегодня. Да? Не такая же, а мне прям холодно. This is Sean from Independence. Hi, nice to meet you, I'm Lena. And this is Misha, который фотографирует. Понятно. Очень приятно. Лена. Okay. Sean will just observe the photo shoot. Ребят, надо одеваться. Все, да, ребят. Все, я что-то уже прям переживаю. Да, все, ребят. Давайте. Все, одеваться. все это. Все выходим. Все выходим, все выходим, все выходим. Сейчас. Мы пошли уже. Все уже пошли. Да. Пойдем. Ни пуха, ни пера, нам пожелайте. Где микрофоны? Микрофоны.